К другим новостям. Компания «Саров Инвест» поднялась на одну из лидирующих позиций по объему ввода жилья в Нижегородской области в первом квартале 2019 года, заняв второе место в региональном рейтинге Единого реестра застройщиков. С начала года компания сдала в эксплуатацию более 17 тысяч квадратных метров жилья. Опережает саровского застройщика только нижегородская компания «Анкудиновка». В начале 2019 года введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов жилого комплекса «Саровская ривьера». Это более 17 тысяч квадратных метров жилья. Компания «Саров Инвест» заняла вторую строчку в региональном рейтинге Единого реестра застройщиков по итогам первого квартала 2019 года. В 2018 году компания «Саров Инвест» в соответствии с постановлением администрации города Сарова ввела в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома. Это 3 дома в жилом комплексе «Саровская ривьера» на берегу реки Сатис и 14-этажный дом на проспекте Музрукова, дом 39. Фактически, в конце 2018 года компания «Саров Инвест» введено было в эксплуатацию еще 6 домов в жилом комплексе «Саровская ривьера» в соответствии с заключениями Государственного архитектурно-строительного надзора. Таким образом, в 2018 году компания ввела в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов. Общий объем жилищного строительства составил 33 тысячи квадратных метров. Это рекордный показатель для Сарова и третье место в рейтинге строительных компаний Нижегородской области, наравне с такими компаниями, как «Столица Нижней» и «Жилстрой-НН». Кроме рекордных объемов ввода новостроек, высоко оценены качество застройки и благоустройство от компании-застройщика «Саров Инвест». В прошлом году проект жилого комплекса «Саровская ривьера» выиграл конкурс регионального правительства в номинации «Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости». На данном этапе компания «Саров Инвест» осуществляет работы по строительству набережной реки Сатис от плотины на улице Садовой до понтонного моста в районе улицы Кутузова. Когда новая набережная будет для нас доступной и станет ли она единой пешеходной зоной от Красного дома до плотины, об этом смотрите в наших ближайших выпусках.